Вот видите, даже собака лает, негодует, сколько здесь мусора. Ты это вот все. Все вот это вот. Ну, вот такие вот свиньи здесь ходят. Вот именно ходят мимо. Те, кто здесь живут, они вряд ли бросают. Мои соседи вроде бы не свиньи. Значит, вот отсюда. И вот до вот этого столба. Сейчас будем все убирать. Так, ну что, вот вроде почище стало. Вроде как-то и, хотя даже пока нет еще зелени, но смотреть всяко поприятнее, когда без мусора-то. Вот это, конечно, надо закопать. Но это биологический мусор. Органический, точнее, да? Ну вот, по крайней мере, нет всяких там бутылок. Тут даже шприц я нашел. Упаковочку от контрацептивов. Короче, всякая херня. Больше всего бутылок, пачек из-под сигарет. Вот такой вот фигни. Ну и получилось вот такое количество мусора. Сколько получается? Неполных 7 мешочков.